Автопробег «Дорогами правды» достиг Ижевска. Большую часть дня участники провели в пути, пройдя по дорогам Ульяновской области, Татарстана и Удмуртии 1500 километров. От Ульяновска до города Оружейников правдисты добрались за 9 часов. Конечно, это расстояние можно было проехать и за меньшее время. Но журналисты есть журналисты и частенько останавливались для того, чтобы поснимать и пофотографировать красивые виды. Тем более, что пейзажи вокруг были живописнейшие. Разливы Камы, хвойные леса, поля и долины. Полюбоваться было на что. Слава богу, первый день прошел без происшествий. Единственное, что случилось по дороге, это дождик, который встретил путешественников в Татарстане. Вдруг откуда ниоткуда пошел дождик, такой, видимо, как очищающий какой-то дождик, ну немного жара, чтобы стравить немного жару. Дождик принимался еще несколько раз, но УАЗиком, как и членам экипажа, такое испытание оказалось по плечу. Кроме Ижевска, в этой части автопробега ульяновцы побывают в Йошкар-Оле и Кирове. Эти города связаны не только тем, что в каждом из них существует газета с названием «Правда». Объединяет их и спортивная история. «Волга» часто встречалась с этой командой из Йошкар-Олы. Ну и «Зенит» Ижевский тоже немало провел встреч с нашей футбольной командой «Волга». В Ижевске ульяновцев встречали у въезда в город коллеги из «Удмуртской правды» и телевидения «Моя Удмуртия». Они провели небольшую обзорную экскурсию по городу. Но основная часть событий ждет во второй день пребывания в Ижевске. Команда автопробега разделится. Одни пойдут на завод, где производятся легендарные автоматы Калашникова, а другие примут участие в национальном удмуртском обряде. В каком, пока секрет, даже для самих участников автопробега. Данила Ноздряков, Михаил Рассашанский, новости Ульяновской правды из Удмуртии.